что, здравствуй, мой дорогой друг. Я тебя очень рада видеть. Сегодня мы отправимся в маленькое путешествие. Мы сегодня будем изучать, что такого в природе изменилось у нас. А пока слушай мою загадку. Рыхлый снег на солнце тает, ветерок в ветвях гуляет, звонче птичьи голоса. Значит, к нам пришла весна, все правильно, к нам пришла весна, и в природе тоже что-то изменилось. Сегодня будем узнавать эти признаки весны. А пока мы с тобой понарошку погуляем на улице. Давай? Давай представим, что мы будем надевать. Зимнюю куртку или курточку полегче? Да, мы с тобой наденем курточку полегче. Шапку не забудем, еще все-таки холодно. Брюки наденем и ботинки. И пойдем с тобой на улицу. Вот как раз я тебе приготовила те самые признаки весны. Понаблюдай и посмотри, что такого весной изменилось. Посмотри, вот здесь уже проглядывает зеленая травка. А это значит, что совсем скоро у нас везде будет зеленая трава и будут выглядывать первые цветочки. Смотри, еще недавно на всей земле был снег. А сейчас только там, где темно и солнышко совсем не светит, снежок остался. А там, где солнышко светит, снега совсем нет, он растаял. А здесь есть. А вот и первые цветы, которые выклевываются из-под земли. Они набухли, и уже зеленые ростки вылезают из-под земли. Прислушайся. Где-то далеко чирикают птички. А это значит, что они вернулись с юга и уже кликают весну. Значит, совсем скоро расцветет весна, и все позеленеет и расцветет. Посмотри, вот на этой веточке уже набухли маленькие почки. И совсем скоро из этих почек будут вырастать маленькие зеленые листочки. И дерево станет зеленым и настоящим. Посмотри, какие мохнатые почки набухли на этом дереве. Как только станет теплее и солнышко уже будет сильнее пригревать, эти почки превратятся в листочки. И все-все дерево будет в листочках. Вот я взяла веточку, на которой есть почка. И я хочу посмотреть, а правда, что внутри почки листочки? Давай проверим. Смотри, я чуть-чуть раскрыла почку, и мы с тобой видим, что внутри почки зарождается листочек. Вот он зеленый. И если почка сильно-сильно набухнет, из нее будет вырастать зеленый листок. И из каждого вот такой почки будет распускаться листочек. Удивительно природа наша устроена, правда? Так, мы с тобой увидели, что земля уже совсем не покрыта снегом. Снежок растаял, а вот где-то, где совсем тенек и солнышко не пригревает, там еще снег остался. Еще мы с тобой узнали, что травка где-то уже зеленеет, и совсем-совсем скоро она будет везде зеленой. Еще мы узнали, что из-под земли уже проклевываются маленькие росточки цветов, первоцветов, отлично. А еще мы увидели с тобой почки, набухшие на веточках. А из этих почек распускаются, ты молодец, листочки, правильно. Из них распускаются листочки. И потом дерево будет все-все в листочках. И уже наступит совсем скоро теплая погода. Ну вот. Мы с тобой сегодня прошлись по улице, вот так, сидя дома, мы с тобой узнали, что такого в природе изменилось. Здорово!
как только мы с тобой сможем выйти на улицу по-настоящему, вспомни все наши признаки весны и найди их. Хорошо? Договорились? Давай, пока-пока, до встречи!